И важная информация для жителей ближнего Засвияжья. Необходимо запастись холодной водой. Завтра, 22 июля, Ульяновск-водоканал будет проводить плановые ремонтные работы на магистральном водоводе. С 9 до 18 часов будет снижено давление холодной воды у потребителей в границах Московского шоссе, улицы Октябрьской, Ростовской и Лихачева. Кроме того, по четной стороне улицы Октябрьской от дома 26 до Пушкаревского кольца предприятие отключит холодную воду до 18:00, а в домах 46 и 48 до 23:00.